О, столь прекрасный мир, там есть вода, из нее растут деревья, вокруг столько всяких деревьев, большие, высокие грибы, разные растения, высокие камни разных форм и размеров, водоемы повсюду, там влажно. Там хорошо растет урожай. Там живут гигантские муравьи. Пока что я достиг титанического успеха в том, что бросил курить. Просто у меня до сих пор желание закурить возникает. Даже снится, по-моему, по ночам, просто я не помню. А вот бухать я навсегда бросил, мне вообще это не интересно никак. Никакого триггера не вызывает. И работать стал. Но зарплата небольшая весьма. Физически стал развиваться. Но у меня лишних 15 килограмм. То есть, я так смотрел, мой отец весит 68 килограмм. Но он выглядит как-то, ну, может, из-за возраста, не знаю. Ему бы побольше веса, чтобы выглядеть как-то более не так истощенно как-то. Ну, он мясо не ест, там вообще ничего не ест такого. А я вешу 86 килограмм. Такая интересная цифра. Он 68, я 86. И мне нужно сбросить лишних 15 килограмм. Для этого, я думаю, вот я поработаю, да, поработал, мне хочется поесть, вот, что может насытить, ну, кусочек, ну, какой-нибудь котлета с какими-нибудь овощами, там, не знаю. В общем, если на будущее я, наверное, хочу попросить донаты на еду, которая поможет мне сбросить 15 килограмм, то есть это после работы я ем котлету и, ну, мясо какое-нибудь из кулинарии и, ну, кусочек и овощи, просто овощей там, ну, блюдо размером с ладонь, две ладони. То есть можно бы хлеб не есть, если мясо есть, то можно хлеб не есть и кашу. Просто если я, например, я отца смотрел, если не есть мясо и кашу, и хлеб, то цинга возникает. Значит, и пить воду там, ну, если, ну, сок лучше не пить, потому что там сахар содержится. То есть я хочу еще от сахара отказаться, от кофеина. То есть, потому что кофеин без сахара невозможно пить. Он горький. Ну, чай, кофе. Сахар вот надо перестать, чтобы принимать вообще во всех видах, чтобы бросить, чтобы сбросить вес. И где-то... То есть, я хочу так сбросить вес, чтобы у меня осталось немного... лишнего чуть-чуть, чтобы это в мышцы превратилось в дальнейшем. Это следующий этап, уже хочу нормально сильное тело, чтобы было и внешне, чтобы выглядело сильным таким. Значит, то есть вот мне нужна будет донат на еду, потому что зарплата, ну, зарплату тоже буду на еду тратить. На такую, то есть хлеб, ну, то есть ни на какую еду, которая способствует повышению веса или сохранению веса, я не буду тратить вообще. Я, кстати, рисовать начал потихоньку. Ладно.